сорт томата Джамба Джим оранжевый. Это вот такой среднеспелый сорт томата. 110-120 дней проходит до созревания. Сорт высокорослый, 1,72 м в высоту в открытом грунте. Сорт высокоурожайный, растение крепкое, сильное, и формировать этот сорт нужно в 2 стебля. Тип листа обычный. Завязывал плоды без пропусков. Плоды вот такие вот крупные, плоско-округлой формы. Есть небольшие ребрышка у основания. Средний вес томата был от 400 до 500 грамм. Вот так выглядит томат в разрезе. Многокамерный, оранжевая мякоть. Очень сочный и мясистый сорт. Плоды вкусные, сладкие и ароматные. Применять лучше этот сорт для салатов, соков и диетического детского питания. Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице, но требует посынкования и подвязки к опоре. Сорт очень высокоурожайный и очень вкусный. Попробуйте!